конкурсе мы пригласили 4 человек, 2 парней, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов, и 2 девушек, Наталья и Анастасия Шевченко. Как все будет устроено? 2 полуфинала, мы выбираем, кто самый аккуратный из парней и из девушек, но затем в финале уже, соответственно, баттл между девушкой и парнем. Итак, первый будет начинать мужчины, потому что нужно дать фору девушкам, чтобы они поняли, как все устроено, как все это выглядит. Бабиков против Латыпова. Задача простая. Участники по очереди подливают воду в стакан, и проиграет тот, кто перельет воду через край. Если ты сейчас первый же прольешь, ну, смотри, все, чувствует. Я думал, что мы вот отсюда начнем с тобой. Мне кажется, я проиграл. Сейчас начнется здесь. Отвлекнуть можно? Ну, только редко наливается, видно, рука трясется. Да, 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 реально, у Эдика как-то понадежнее. Ого, нифига. Кто такой, знаешь, на опыте. Антоха капельку. Это же реально с горкой. Держи полстакана сразу. Эдик льет в 3 раза больше, чем Антон. Не было? Нет. С твоей стороны не потекло? Нет. Вот, вот сейчас уже пошло. Сейчас уже тут прям крышечка сверху такая. Походу я... Ты просто вот так льешь сверху, там прям она прям переливаться начинает через этот край. Ну все, короче, Эдик, ты проиграл. Давай. Ну тут, не, ну 100%. Сейчас через тот край потечет. Сейчас эту карту быстрее. Давай. Что, потекло? Нет. Нет? Нет. Ну тогда все, Антон. Тут уже на тебя этот ручеек смотрит. Страшно. Проиграть здесь эту дату. Не, ну есть еще финал. Второй полуфинал. Наталья Шевченко, Анастасия Шевченко. Погнали. Вот так. Начинай. Давай, 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 давай. Ну. Так. Че, все рисковать будем? Все хочет. Не, ну в целом еще она даже ниже горлышка. Вот. Ты просто еще... Ты, знаешь, как камень бросила такая. Тут можно заканчивать, в принципе. Сейчас, мне кажется, уже не влезет. Рука-то дрожит. Не, ну очевидно же, что уже все, уже некуда. Я тебя понял. Ага. Там нету, ничего не протекло, да? Нет. Ну, такая, знаешь, пришла на отмашь, сейчас я по полведра буду лить. Ну где, в чем была твоя ошибка? Не было ошибки? Не было ошибки, не было. Работала по плану тренера. Итак, у нас финал. Честно говоря, я ставил на Бабикова и Настю Шевченко, но получилось совсем по-другому. Наталья Шевченко, Эдуард Латыпов. Кто начинает? Сразу же. А ты прям чувствуешь, да? Я не знаю. Главный принцип, который ты уяснил во время игры с Бабиковым? Не бояться. Не бояться, я тебя понял. Ты что делаешь, да? Даже мне аж как-то было. Нормально, нормально, нормально. Но тут, Наташа, все получается, можно заканчивать, да? Не-не. Уборемся еще? Я понял. Вот теперь все, походу. Я рука затряслась. О, нет, тут прям уже, тут уже второй слой пошел сверху. Давай, Эдик, в принципе, можешь прощаться. Ну, проиграть девушке, что ты скажешь, как джентльмен, да, просто уступил сам. Просто как дурак выливает, да и все скажу, ну, что я буду делать? Я тебя понял. Ты что, шептун?
Какой шептун? Ты посмотри на салфетку, на шептун. А что она так долго стояла, стала под музыку поговорить? В смысле? Нет, она вытекла. Да, нормально. На этих кадрах четко видно, что вода вытекла из стакана в тот момент, когда Эдуард поставил бутылку на стол. Внезапный успех, Наталья Шевченко, поздравляем. Это классно. Как так-то? Как? Дай руку-то мне ему пожми. А что, мне не хочешь поздравить? Второе ты место все-таки. Тоже. Хитрый. Из четырех участников приза. В чем секрет-то был твой? Да ни в чем, просто... Просто Эдик пролил все. Да, просто Эдик пролил.